Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня готовлю очень вкусные кукурузные вафли с сыром. Такие вафли можно подавать вместо хлеба, они отлично подойдут и на завтрак, и на обед, и на ужин. Можно подавать с разными соусами, разными дополнительными ингредиентами, в любом варианте будет вкусно. Итак, давайте приступим. В миску просеиваю муку. Добавляю соль, сахар, разрыхлитель, щепотку перца чили, молотую сладкую паприку и кукурузную муку. У меня кукурузная мука среднего помола, но лучше брать самого-самого мелкого помола. И все перемешиваю до однородности. Добавляю сыр чеддер, натертый на крупной терке или любой другой, какой у вас есть, мелко нарезанный зеленый лук и немного мелко нарезанного сладкого перца. В оригинале был острый перец халапеньо, но у меня его нет, поэтому добавляю сладкий перец. Все перемешиваю. В другой миске соединяю яйца с молоком и растительным маслом. Взбиваю венчиком примерно 30 секунд, чтобы белки и желтки хорошо перемешались с маслом и молоком. Жидкие ингредиенты добавляю в сухие и все перемешаю до однородности. Пусть вас не пугает количество разрыхлителя для этих вафель. Все дело в том, что здесь используется кукурузная мука, а также сыр, поэтому требуется больше силы для поднятия теста. У вас должна получиться масса чуть гуще, как на оладьи. Если масса получилась очень густой, добавьте чуть-чуть молока. Можно уже сразу выпекать вафли. Не забудьте нагреть вафельницу. Перед выпеканием первой вафли сбрызгиваю верхнюю и нижнюю часть вафельницы маслом-спреем. Кладу тесто и буду выпекать до готовности. Как долго выпекать, зависит от степени зажарки вафель, которую вы выбираете, и от вашей вафельницы. У меня из 5 делений я выбираю 3,5. Первая порция готова. И кладу на тарелку. Кукурузные вафли прекрасно замораживаются, поэтому смело можете приготовить их впрок. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 20 вафель, то есть 5 больших вафель, которые состоят из 4 частей. Кукурузные вафли прекрасно заменят хлеб. Их можно использовать для сэндвичей, а также как дополнение к вашему завтраку, обеду или ужину. Сегодня я вам покажу один из вариантов, который я сегодня приготовила на завтрак. Для этого я пожарила бекон, а также отдельно пожарила яйца. Подавала такие вафли с яйцом, беконом и тертым сыром. Можно также сверху полить каким-то соусом. Нам очень нравится соус чипотле, он немного острый, тем самым у нас получился завтрак в таком вот мексиканском стиле. Такие вафли хорошо идут с тушеными овощами, тушеным мясом, колбасой, тушеным фаршем, жареной фасолью. В любом варианте будет очень вкусно и всегда по-новому. Готовьте, не пожалеете. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео. Всем пока-пока.